Полнолуние 23 мая трансформационным прослывет. В этот день трансформационные энергии будут проявляться во всех своих проявлениях, во всем. Люди осознают многие, для чего они живут, и что можно изменить в лучшую сторону, чтобы избавиться от ненужного им в жизни. Многие почувствуют себя разбитыми, как будто не выспались они. Мощные трансформационные энергии затронут их в полнолуние. Не обращайте также свое внимание на людей, которые источать агрессию будут. Многим ведь потребуется очищение данное в полнолуние 23 мая. А чем человек наполнен, то из него и полезет данное полнолуние. Поэтому не поддавайтесь на чужую агрессию и не ввязывайтесь в конфликты, а лучше просто в сторону отходите. С огнем будьте аккуратнее, можно ведь обжечься. Энергия огня 23 мая будет активирована. Возможны по всей Земле ее проявления в виде пожаров и бедствий стихийных. За рулем будьте аккуратней, концентрация внимания рассеянная будет. В полнолуние 23 мая берегите себя, и все благоприятно будет. Деньги в долг никому не занимайте и сами не берите ни у кого, иначе создастся денежный отток потом у вас. Не на благо вам это все. Покупки лучше в полнолуние не совершать, велик риск поломки или брака, или просто потом поймете, что вам они не надобны. Мощные энергии в день полнолуния могут подсветить вам важные ситуации, из которых вам пора уже выйти и новый путь себе прокладывать. Не все так просто, как хотелось бы, но все идет к тому, чтоб люди осознали, для чего и зачем на Землю ведь пришли, и какой им лучше выбрать путь. Доверяйте всем процессам, с вами происходящим, и благодарите за все Небесного Отца. И тогда вы сами станете смотрящими, и истина откроется внутри у вас.